Round one. Закончился первый раунд. Красно-белый хайд Руслан Бекулов 01, мастер спорта Хвоста. 2001 года рождения, боксом занимается 10 лет, еще боям не ведет. Чемпион Азии Ю-22 в городе Ташкент, Республики Узбекистан 2022 года. Призер чемпионата Азии 2022 года в городе Амман, Иордания. Тренируется под руководством заслуженных тренеров Кыргызской Республики Улана Сагымбаева и Тюлюгунову Данияра. Раунд 2. Thank you.
Ballot number 9. Winner by RSC. A red corner. Rustambeku Nuradin.